Так, добрый день, 12 октября 2021 год, Краснодарский край. Я нахожусь на поле, где посеяны несколько гибридов столовой свеклы. Здесь гибрид Popvriend Jolly и два гибрида компании Bio. Это Wodan и Pablo. Это у нас Wodan, это Pablo, это Jolly. Леша, а если мы вот приблизительно вот такого же размера сейчас найти? Ну, не идет, потому что там не такой. А эту Джоли чуть поменьше. Ну вот где-то вот так вот, да? Вот. Ну, визуально что получается? Более мощная листва. Более розетка такая. Хотя здесь, ну, не прям так, чтобы сильно. Но листовой аппарат, даже видно, насколько он у нее больше. Есть. Здесь. Ну да, да, да. Вот так вот видно хорошо. То есть меньше, чем у. Вода на его побольше. Так, есть вот такие вот покраснения. Здесь видно, что этого нет. И сейчас мы ее разрежем. Вся она сеялась 1 августа. Есть, видим, на всех растениях. Здесь просто у нас уже частично свекла убиралась. Здесь циркоспорос тоже присутствовал. Здесь вот видно, тоже есть где-то в таких же. Вот там Пабло. Практически не работали вообще здесь фунгицидами. Вот. Сейчас мы ее разрежем. Ну давай начнем с Джули. Это у нас Джули. Так, это у нас второй Wodan. И вот она. Это уже Pablo, правильно? Она стоит? Не режь, не режь. Не надо, Леш. Ну, в разрезе они все где-то одинаковые. Ну, и тут хорошо, и тут хорошо, и тут кольца практически не белые, да, одинаковые. Да, разрезе они ангулы. В общем, можно сказать, что разница в ботве. Самая мощная ботва у Джоли, и у Джоли больше розетка. А по размеру самой свеклы, Леш? Wodan и Pablo раньше подошла, чем Джоли. Так вот.